В начале выпуска о погоде. Оранжевый уровень опасности объявлен на всей территории Чувашии. Столбики термометров приближаются к отметке 34 градуса. Климатическая норма в эти дни августа превышена почти на 10 пунктов. МЧС установила предпоследний оранжевый уровень. Это чрезвычайная пожароопасность и опасные природные явления. Следующий уже красный, когда возможны катастрофические последствия. Чтобы этого не произошло, спасатели призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности, не посещать леса, не разжигать костры. Кроме того, надо ограничить время пребывания на солнце, чтобы избежать теплового или солнечного удара. В ближайшие дни усилится контроль за соблюдением пожароопасного режима. Нарушителей ждут внушительные штрафы.